знаешь, какие там котлеты? Ух, подъязок, махонький подъязок. Берем? Да, ну, здравствуйте. А рядом с прорубью, из которой вытащили щучку. Что-то Юрка тащит, что-то Юрка тащит. Вот она! Что, берем ее, да? Это моя отошла. Да перестаньте вы, ребят. Не берем, да? Санька, ну ты, он нам сегодня не дает рыбу взять. Все говорит, мелкая и мелкая. Я уже три рыбины с окунем. Блин, Маринка, такую рыбу ловили, всегда брали. Да? За хорошую а всегда. Зажрался. А здесь он говорит, не берем. Зажрался. Ладно, будем верить, да, ему? Ну так, привет. Он обещал, если нет, напинаем. В лунку затолкаем тогда, да, его. Скажи, голой жопой посадим. Ищи, плыви, вернее. Будешь рыбу пузырями пускать. Ой, пугать. Заныривай и... На крючочек нам хорошую рыбку подцепляй. Да не говори, придется, наверное. Там... А, как такую? Да блин, я хорошую выпустил. Я ничего, что ему. Да мы уже десяток. Лежит уже здесь. Да. Так, понятно. Все, берите, ребят, берите, только потом эту мелочь. Чего мелочь? Понесем. Ля-ля-ля, ух, вот она хорошая уже идет. О. А я такую выпустил. Саня, я такую выпустил. Ну все, начинай говорить. Всем привет! С вами канал Стофити и я ваш любимый Санечка. Сегодня 16 число и мы вышли на рыбалку. Сегодня рыбачат Юрка. Вот он приехал из Питера. Мариха у меня клюет. Приехала с Архангельска. Сиди на том же самом месте, немножечко поближе. Глубина та же самая. Ветер. Ветер у нас сегодня огромный. 6 метров в секунду. Юго-запад. Вот. Но клюет. Вот видите, да, все равно клюет. Клев хороший. Наловили рыбки. Наловили рыбки мы вот столечко. Во уже. Вот этот крупный, это Юркина. Это моя. Это Марихина. А там... Санькина, вот. Еще одна... Еще одна, которая была крупнее, это моя, но она сорвалась, в общем, не смог я ее вытащить. Врет. Сегодня рыбачим мы так же, как и в тот раз, на тесто и на опарыша. Болтушку сегодня не делали, сделали сегодня просто обыкновенное тесто, которое катается... Котышиками, в общем, короче, шариками можно цеплять, чтобы не мучиться. Вот. Я еще тебе что-то сюда получил. Сидим мы в палатке 4Т в нашей. Даже еще, вот так, даже еще газовый баллон не разжигали. Вот. Потому что тепло, хорошо. Сидим с нашим фонарем. Вот такой наш фонарь. Вот сделали из бутылки. Кофейку уже попили. Один я еще не пил кофеек. Это не уточняем. Но скоро попью. Ладненько, давайте. Смотрите, наслаждайтесь, как мы ловим рыбу. Хорошая. Юра, ну ты вообще в этот раз. Он такой, знаешь, ждет чисто, дождется свою метка, рыбу. Но метка. Огромную, да. Небольшая. Ничего себе небольшая. Больше моей. А моя-то давай сравним. Моя вон. А твоя вон. Лед-то не плохо. Сидит. А в игрушку даешь. Ого! Смысл нам сейчас сидеть, ничего себе! Что там давай, за крокодил-то? Давай. Ой, елки-палки. Ого! Нифига себе! Самая большая. Вот это я дождался. Юра. Да. Вот это сорожено. Моя большая самая, да? Да. Сидит. Он как бычок. Как бычок, смотри. Бычки так раздуваются. Ого! О! Нифига себе, вот это рыбка! Классно, да? Да, Арканина?
Ты второе место. Вот она пошла. Давай, 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 давай. Опа. Да что ты такая? Давай дуплетом гадость вытаскиваем. Ты что такая? Она... Саша! Да это нереальная сорожина! Юра! Да у тебя еще круче! У тебя нету сорожины! Так, Марина, сиди. Марина, давай, 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 подошли, подошли, взяли. Оба крючка! Так, это я. Да ну. Все, Санькой берем. Да ну, блин, пускай. Или вернее. О, блин, ой! Мимо у меня. О, браво, брависсимо. Стоило проветриться. Проветриться, проветрить. А нам-то каково здесь? Ой, задохнулись. Сиги такие хорошие клюют. Ну, меня, походу, там сдернуло место с твоим проветриванием, да?